Вышли мышки как-то раз посмотреть, который час. Раз, два, три, четыре. Мышки дернули заги. Детский сад – это особенное место. Здесь малыши проводят большую часть времени, учатся общаться со сверстниками и познавать окружающий мир. В этом ребенку помогают воспитатели. Для многих это не просто профессия, это призвание. Удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в малышах любознательность, целеустремленность и доброту. Всеми этими качествами обладает воспитатель детского сада «Радость» Зинаида Елекчиева. Воспитателем работаю не так уж и давно. 4 года. Так уж получилось, волей судьбы, я очень поздно пришла в профессию именно воспитателя. Хотя по образованию я педагог, учитель русского языка и литературы. В этом году Зинаида Елекчиева получила звание лучшего воспитателя по итогам городского профессионального конкурса. Она обладатель почетных грамот и автор нескольких методических работ. Мне нравится работать с ними, учить их добру, учить их правилам поведения, поведение в обществе, поведение за столом, культурным каким-то навыкам, учить их читать, писать и вообще, чтобы они стали у нас достойными гражданами нашей страны. День воспитателей и дошкольных работников был учрежден по инициативе общероссийских педагогических изданий в 2004 году. Официальный статус приобрел в этом году. Идея этого праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом. Ведь воспитание ребенка – это общее большое дело, в котором важно взаимопонимание между педагогами и родителями. Важен, конечно, индивидуальный подход к каждому ребенку, потому что мой ребенок ходит в логопедическую группу старшей. И мы нацелены к школе быть на нормальный результат. Это красного цвета. А какой оно форма? Оранжевое и красное. Дошкольное образование – это организованная работа воспитателей, нянечек, логопедов, психологов, медсестер и поваров. Детский сад – это своеобразный оркестр, который задает ритм, настроение слушателю, то есть ребенку. А в роли дирижера выступает заведующая. Мне бы хотелось от всего сердца, от всей души поздравить не только педагогов и работников своего учреждения, но и всех работников детских садов нашего города с прекрасным праздником. Очень хочется пожелать, чтобы в каждой семье был мир, спокойствие, благополучие. Детский сад «Радость» работает 16 лет, является обладателем серебряной медали Всероссийского конкурса «Учитель перед именем твоим» и в прошлом году включен в Национальный реестр ведущих образовательных учреждений России. Мы всегда переживаем, передавая ребенка в руки воспитателя. Но мы можем быть уверены в профессионализме дошкольных работников и в том, что время, проведенное в детском саду, делает ребенка готовым не только к школьным будням, но и к жизни в целом. Элиас Капралов, Илья Квасов, новости Губкинского.